канала. С вами снова, как обычно, по-прежнему Катя. Мы продолжаем играть в Сталкер Тень Чернобыля. Вот. И, черт возьми, как же давно я не играла, блин, в эту игру. Я просто в ужасе, насколько долго. Я, честно, уже забыла половину всего того, что здесь надо делать. Вот. Поэтому я буду очень-очень сильно тупить. Вот. Единственное, что я знаю... так, подождите. Ох, господи, ну где тут спринт-то? Боже. Я сейчас буду еще и вспоминать управление. Какого хрена? Я сказала, переставить мне, пожалуйста, задание на отнести военные документы. Потому что там все равно нужно в бар, чтобы вернуться за наградой. Мы с вами защищали в одной из последних серий свалку от нападения бандитов. Господи, я забыла, как тут бегать? Это ходить. Это просто идти. А как бежать? Как бежать, черт возьми? А, вот Икс. Все. О, господи. Так. Вы мне сказали, что вот это, в принципе, этот АКМ нормальное оружие. Что с ним, в принципе, есть смысл ходить и дальше. Насколько я понимаю. Хотя, наверное, лучше ходить вот с этим. У него точность выше. Хотя он, конечно, тяжелее, чем вот этот, но у него выше точность и удобность меньше. Ладно, походим с этим пока что. Так, патрон 5,45. У меня вообще такие патроны есть? Есть, 17. 17 патронов. Ага, и бронебойные 24. А вот этот у меня... подо что? Точно такие же. Походить, что ли, с гадюкой, я не знаю. Есть смысл, наверное. Да мне вообще, короче, сейчас нужно выходить только с этим самым, с пистолетом. Там уже 41 патрон всего. Ну, что это такое вообще? Так, граната. Не, я буду ходить пока что с этим самым, с пистолетом. Так, вон я там вижу этот самый артефакт еще один. Да, я знаю, что потом придется переть с этого бара обратно на агропром, чтобы найти тайник стрелка. Я помню, что это надо сделать. Ну, ребят, пока что в пенек этот тайник стрелка, потому что... Ну, вы в курсе, что я в прошлый раз, в прошлой серии, как-то протормозила очень сильно. В итоге крота пристрелили, потому что у кого-то руки не из того места растут. И теперь крот не сможет провести меня к этому тайнику. Вот. Всем прием! Говорится, стало долго на свалке. Из темной долины по направлению к бару идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Где? Где? Боже мой, у меня ужасно отвратительная просто мышка сейчас. А, на свалке. На свалке. На свалке. Не, сорян. Сорян, ребятушки. Я нас... Матерь Божья. Они, вон они там. Ну-ка, давайте. Давайте, ребятушкам, поможем. Ну и слабак ты, меченый. В смысле? Так что благодарности просто не дождешься. Не за что тебя благодарить. Любое нападение на наших людей будет караться смертью. В смысле, ребята, я банально не успела добежать до вас. Вы какого хрена-то творите? Вы что, офигели, что ли? Ребят, что за бред? Обыскать труп. Зачем обыскивать трупы вот этих тварей, как будто в них что-то есть? Нафиг вообще? Не, нормально. Нормально, так. Ой, где мое положение? Так, у нас вон тут есть... Рюкзак дохляка. Ну-ка, давайте мы... как поставить сюда этот самый? Как сюда поставить этот? Ну, вы поняли. Ладно, короче, мне надо взять влево, да, куда-то? Ну-ка. Нет, теперь вон туда куда-то. Ладно, давайте. Вон, я вижу уже этот... этот схрон. А еще я слышу псов. Мне это не нравится. Так, рюкзак, ты где? Вот он. Хе-хе-хе-хе-хе. Что у него тут есть? Ага, у него есть патроны, у него есть гравия, у него есть водка. И у меня перевес 2 килограмма. Отлично, вообще всю жизнь мечтала перевес 2 килограмма, сразу. Так, ладно, нам надо что-то сделать с этим. Ням-ням-ням-ням. Водка, казаки... Ладно, давайте водку заюзаем, господи. Почему бы и нет?
Давайте напьемся. Так, болт. Взять в руки болт, который мы будем класть здесь на все, что только можно. Ребят, здрасте. Здрасте еще раз вам, ребят. Так, у вас тут... О, сигареты. Так. Это не ломается. Так, обыскать ящик. В нем ни черта нету даже, в общем-то. Так, я и думала, что у вас... У вас же ни хрена здесь нет, ребят. Давайте пообщаемся. Ты кто? Ник Шалый. Что можешь интересного рассказать? Ничего, выжить пытаюсь и все дела. Ясно. Ну-ка, давай поторгуем. У тебя есть бинт, моя ты конфетка. А у меня сколько бинтов? 52 штуки. Ну, давай еще одну возьму. Господи, почему бы и нет? А что тебе продать взамен? А тебе ничего продать нельзя из того, что я бы хотела продать. Поэтому я просто куплю у тебя бинты, все. Все, давай, до свидания. Нет, ну, свобода. Они ведут натурально. Я вообще не понимаю, о чем речь, ребята. Меня ваши группировки вообще не волнуют, мне на них пофигу. Вообще пофигу настолько, насколько вообще может быть пофигу. Тайник, в котором ни черта нет. Да блин, у вас в тайниках вообще ни хрена нет, ребята. Так. Ящички упоролись, ну бывает. И ничего у вас нету в ящиках, жаль. Ладно, давайте пойдем дальше. Ребятушки, привет! Сталкер, вали отсюда! В смысле? Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. В смысле? Мы кого попало не пропускаем. В смысле? Стой, сталкер, дальше тебе нельзя. Почему? Дальше находится наша территория, база группировки Долг. И мы очень придирчиво выбираем тех, кого пускаем к себе домой. Если у тебя нет особо важных дел к нашему руководству, то мы тебя не пропустим. Но мне надо пройти, у меня дело к бармену. Да, бармен сообщил нам о тебе, ты можешь пройти. Будешь у бармена, передай привет от меня. Да, не забудь, в проходе много аномалий, будь осторожен. Так, что интересного ты можешь рассказать? В последнее дни зверье целыми стаями из темной долины поперло. Непонятно, что их оттуда гонит, но только ломится, как от пожара. А в восточном секторе мутантов развелось что клопов, только отстрелив не успеваем. Вот такие вот новости. Ясненько, спасибо тебе большое, спасибо, что открыл нам дорожку. Так, нам... это до перехода, получается. До перехода. На новую локацию. Так. Вижу я ваша аномалия. Вижу. Да, вот он, переход на новую локацию. Ну, давайте, да. Боже ж ты мой, как давно я в эту игру не играла. Я просто в ужасе. Так, ладно. Ядрить вашу ж растуды. 260 метров вперед. Да там этих псов столько, я их убить не буду, не успею. Блин, твою мать. Fucking shit, а вы что? Да там целая стая, подождите. Где мой обрез? У меня на него 123 патрона. Давайте. Ебона мать. Нафиг пошла. Все, норм. Так, внутрь. Я хочу внутрь. Так, ядрён батон. Так, как же бесит. Ладно, не полезу внутрь, хорошо. Убедила меня игра, убедила. Так, аптечка, это что? Пистолет с интегрированным глушителем. Ладно, возьмем все. Все, возьмем, я просто буду идти медленно. Нет, давайте я лучше постою здесь, посмотрю, что это за пистолет такой. А, это такой же, как у меня, да? Да. Только этот и легче, кстати. А почему? Почему он легче? Хотя, казалось бы, одинаково. Ладно, это очень странно, но... Ладно. Хрен с ним. Так, надо бы... Ой, опять я забыла. Надо было на быстрые слоты себе поставить аптечки, бинты, еду. Так что я буду сегодня опять... тупить. Япона мать. Ох ты, иди сюда, слышь. Иди сюда, живность поганая. Я тебе сейчас как надаю. Или нет? Наверное, нет. Наверное, не надаю нифига. Я что-то я стремаюсь с ними. Так. Что-то мне с ними стрёмно как-то пересекаться, я поэтому просто пройду дальше. Все, да, все же хорошо.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й. Пошла в пень. Пошли в пень, слышь. Ах ты ж зараза такая, стерва. Пошла нафиг, псина. Да лезь ты наверх, о господи. Ой! Какого хрена вы лезете на эти ящики? Это мои ящики, господи, что я несу? Я что-то испугалась как-то, блин. Ё-моё. Катя не может в такие игры, как Сталкер. Они слишком для нее страшные. Зараза, эти ж сволочи. Ой, японский городовой там человек. О боже. Я туда не полезу. Так. Ничего здесь нет? Я пойду. Игра, не лагай. Игра, не лагай, твою мать. Ребята. Ребята, заберите меня отсюда. Пожалуйста. Ребята, привет. Привет, ребята. Привет. Здрасте. Проходи, не задерживайся. Чего уставился? А, перед заставой была какая-то бойня. Что случилось? Это останки от прошлой волны мутантов, которая прошла перед выбросом. Дня 3-4 затишь, а затем опять будет волна. Если б не мы, ни бара, ни долго уже не было бы. Мы последний заслон от обезумевших стаи мутантов. Много наших тут полегло. И я бы хотел кое-что узнать. А что ты хочешь узнать? Я тут впервые. Можешь немного рассказать об этом месте? До аварии в 86-м году это была промышленная зона. Теперь, как понимаешь, остались только разваленные останки. Возле ангара в подвале найдешь бар «Сотый рентген». Сторинген. Там собираются сталкеры со всей зоны. Местный торговец работает бароном. Содержит, так сказать, помещение. Иди туда, если хочешь поторговать, пообщаться или интересные задания получить. Еще и новости последние узнаешь. Еще есть арена, где можно сразиться с мутантами и денег заработать. Недалеко от арены находится база группировки «Долг». Если хочешь попробовать вступить, то тебе прям туда. Там расскажут, к кому обратиться. Вся эта территория находится под защитой «Долга», поэтому веди себя аккуратно. Зря оружием не махай, а будешь стрелять, наш патруль тебя в раз успокоит. Так, где бар? В подвале за ангаром, я тебе отмечу на карте. Спасибо за информацию, все. Это мне больше мне ничего не надо. Я только вот бар. Ребятушки, господи, как хорошо, что здесь люди есть, живые, нормальные люди. Это просто вот мне, ах, слава богам. То что-то у вас здесь так стрёмно, вон одни могилы, капец. Чё ж так плохо? О, это не тайник часом, нет? Нет. А то я помню, был тут... А! Ну вот, да, тайник. Причем пустой. Блин, печально. Так, тут у нас никакой нычки нету, а то я знаю эту игру. Тут нычки есть везде. Но они, правда, обычно пустые, к сожалению. Ладно. Территория долго. Применение оружия в пределах лагеря запрещено. Нарушители ждет расстрел. Сурово. Сурово. Но справедливо. Так, тут двери закрыты, тут можно наверх залезть, а давайте залезем, почему... Ну, давай, ты... Привет! Ты типа патрульный, да? Слушай, крутой мужик, выглядишь офигенно. Лёва Гребень, ну ты вообще... Это Кипона мать, как это вообще получилось, я не знаю. Я-то пойду, не боюсь, я-то пойду. Я-то пойду везде. О, тайник еще один, и тоже пустой. Да. Я так и не сходила в тот тайник на кордоне в самом начале игры, потому что мне влом было возвращаться. Вот. Да и вы мне, в общем-то, сказали, что там такая плюшка, что плюшка с бара ее перекроет. Поэтому хрен с ней. Ладушки, ладушки, а ладушки. Так, ребята, у вас тут, блин, конечно, очень интересно. Столько мест, куда бы нычку запихнуть можно было бы. Мне туда? Давайте я... Нет, я, наверное, не пойду туда, куда мне не надо. Я знаю, что многим это не понравится, что я не делаю того, что вы от меня хотите. Но, ребята, вот, пардон. Сорян. Здрасте. Ты кто? Арни Одиночка. Здорово, есть новый бой для тебя. Продолжай. А, я не готова. Не-не-не, это арена. Я не хочу с арен... на арене вообще с ареной разбираться тут, ну нафиг. Ничего нету, да? А здесь? И здесь ничего нет. И здесь ничего нет. Чувак, двери сам закроешь? Ладно, спасибо. Так, 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 так. Что у нас вот тут? У нас вон тут что-то, какой-то закуточек есть. Это, по-моему, не ломающиеся, да, ящики? Да, не ломающиеся. Но тут можно с этой стороны внутрь зайти. Ага. Здрасте, бар. Хорошо, бар так бар.
Я тогда обязательно успею еще зайти в этот бар. Ага, это то, куда я, собственно, и хотела пойти. Так, а это что у нас здесь такое? Ребята, здрасте. Здрасте, не вставайте. Я тут просто мимо проходил. Такой весь крокодил. А, это уже... Выход, да, это... Что это были за звуки? Стремные очень. Это были очень стремные звуки. Так. Наверх еще можно даже сходить. Господи, столько мест, столько мест. Умереть не встать. А, ясно. Ладно. Ладно, погулять я еще здесь, наверное, успею. Пойду я в этот бар. Ребят, вы стрёмно сидите, вы знаете. Ты кто? Гришка Доходяга. Вау, слушай, у тебя клевый шлем. Круто. Что можешь интересного рассказать? Слушай, ты на Ростке был? Там раньше было тихо, сейчас по одному идти тяжко. Натуральное дикое поле, воля мутантов развелось. Пошли вместе, а? Хотя я тебя не знаю, ты меня не знаешь, мало ли. Все, мужик, извини, разбежались. Ну окей, разбежались и разбежались, господи. Больно ты мне нужен. Я даже не знаю, как твоя рожа выглядит под этим шлемом. Здрасте. Здрасте, я просто мимо прошла. И я в бар. Напиться тут с вами хочу. Ага, вот он и подвал. Так, ребята, гадюшник у вас тут еще тот. А, ящички, ну-ка. Что тут у вас в этих ящичках? Это ничего полезного, да, не лежит? Все ты, блин. И зачем тогда вообще ящики ставить, если в них ничего не лежит? Логично? Логично. Ладно. Ну, окей. Хорошо. Схема та-та-та-та-та. Здрасте. Проходи, не задерживайся. Я и не буду задерживаться, ты вообще мне не нужен. Мне нужен бармен. Слушайте, у вас тут клево сделано все, мне прям нравится. Эй? Сорян. Так. Эу, чувак, эу. Тебе сюда нельзя. В смысле мне сюда нельзя? Эу, бармен. Мужик. Мужик, иди сюда. Здорово, Меченый. Принес документы с Агропрома? Да, вот, держи бумажки. Отличная работа, Меченый. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут Арни. Его координаты я тебе скинул. Спасибо. Значит так, по документам, которые ты принес с Агропрома, кое-что начинает проясняться, но... Данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию похоже на заброшенное подземное помещение в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта. И чтобы открыть ее, понадобится два электронных ключа. Один я тебе дам, а второй заберешь у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать. Получить второй ключ от лаборатории X-18. Проникнуть в нее и добыть недостающую часть документов. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, Меченый, берешься? А что, выбор есть. Так, я по поводу задания. Вот, все. Задание выполнено, защита лагеря. Давай поторгуем. Что это? Комбинезон сталкера. 30 тысяч японцев. На мой 30 тысяч. Это лен батон. А у меня тоже комбинезон сталкера. Но не такой. Или такой. Да хрен его знает, были бы тут эти самые. Так, это мы продаем. А дальше. Так, какой из них оставить-то, ё-моё. Ну вот это, наверное, оставить. Вот это продать. Дальше. Так. Один этот мы оставляем, пистолет один продаем. Вот это продаем. Что это такое? Это... А, модификация пистолета для ведения огня боеприпасами калибра 9x18. А, подождите, а этот? А, слушайте. Слушайте. Ну-ка, подожди, я передумала. Я вот этот лучше тебе продам, а этот себе оставлю. Так, слизняк, кровотечение минус 267.
Формируется аномалия холодец, негативные свойства этого артефакта компенсируются тем, что он повышает свертываемость крови. Такой артефакт нечасто можно встретить, и за него дают неплохую цену, но я его не хочу продавать. У меня есть медуза, у меня есть каменный цветок, у меня есть три грави. Ну, мы два продадим, один себе оставим. Вот. Я знаю, что надо пользоваться артефактами, ребят, но я не знаю, какой из них ставить. Я понятия не имею, вообще не разбираюсь в этом никаким образом. Хвост собаки. До сих пор таскаю эту хрень в надежде, что кому-то пригодится. Энергетический напиток нон-стоп, но пусть будет. Дальше, патроны дробь. Это мне пригодится. Вот мне патроны нужны, вот эти вот, 5.45. Блин, надо бы. Надо бы. 9.19, 5.45. Вот. Простой сердечник, обелоченная пуля. Это... А, это бронебойная. А обычная, это дробь. Жекан, ага, для дробовиков он нужен, да? А у меня ВМ-17. А, ну как раз подходит, отлично. Так, вот эти мы... Вот эти мы оставляем потрошки. Вот эти мы тоже оставляем. А вот эти мы продаем. Потому что они нам не нужны, они хреновые. Так, гранаты оставляем. Бинты оставляем. Антирады оставляем. Это мы тоже все оставляем. И колбасу мы тоже оставим. Колбаса вкусная. Вместо этого я возьму себе патронов. Да. Возьму себе патроны на АКМ. Так-то маловато. Они, конечно, не очень. Если кто помог. 5.56 штурмовые винтовки. Но у меня они пока что нету. Базовый патрон для пистолетов, ага. Не, ладно, короче, беру все. Так, вот так мы возьмем. Это что такое? Ил-86. После того, как эта винтовка была заменена армией Великобритании на немецкую ГП-37, она в большом количестве всплыла на черном рынке, а затем и в зоне. Главным достоинством является штатный 4-кратный прицел, высокая точность первого выстрела. При стрельбе очередями точность боя резко падает, а надежность основных механизмов винтовки недостаточно высока. Не хотеть. Абакан. Оружие элитных войск советской армии. Был разработан в качестве замены устаревшему АКМ-74. О, слушайте. Если кто поможет. Слушайте. 4.22. Я, наверное, его возьму. Вместо АКМа, знаете ли. У него точно... А, хотя с другой стороны, у него точность чуть-чуть совсем выше. Не знаю, не, наверное, не буду брать. Так, комбинезон сталкера... А мой? Но у меня такой же, в целом. Неплохо защищает от слабого стрелкового оружия. Та-та-та-та-та. Так, по защитным характеристикам немного превосходит армейские бронежилеты. Блин, вот если бы еще расписывались характеристики шмоток, было бы вообще офигительно. Но они, зараза, не расписываются. Поэтому хрен его знает. Поэтому ладно. Пока вот так вот. Все. Давай. Так, сколько у меня вес? О, еще 2 килограмма смогу набрать. Так, возьму вот это оружие. Так, здесь пистолет вот этот на первое. А, подождите, я ж гадюку хотела продать. Точно, слушай, стопэ. Торговать. Я ж хотела продать гадюку, она ж мне в принципе-то и не нужна. В целом-то, у меня ж и патронов-то... А, ну вот, патроны такие вот есть. Но у меня есть пистолет Волкер, поэтому ладно. Все, да, торговать. Все, спасибо. До встречи. Гадюка, конечно, мне нравится, но она не настолько офигенная, чтобы я прям с ней запаривалась. Ящичек! Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. А ты кто такой вообще? Осведомитель-одиночка? Да стойте. Пробраться на базу. Это где? А, темная долина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что-то... Стопэ. Ага, я здесь. Или нет? А, где я? Это... А, это кордон. Одиночка. Янтарь. Дикая территория. Свалка. Вход в лабораторию, туннель, труба. Так, ладно, мне нужно найти тайник стрелка. Да,
Я лучше за тайником стрелка сейчас схожу. Вот. Не тормози. Что, мне надо пожрать? Моя информация может тебе пригодиться. Мне надо пожрать? Нет, от судьбы точно никуда не скроешься. Что надо? Так, вот так, отлично. Так оно и ждет. Мне еще надо пожрать? В смысле? А, точно, мне надо пожрать. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, а у меня япона, мать, у меня еды нету. Да вы что? Да не может быть. Так. Ребята, сорян. Сорян, я у тебя сперла кусок хлеба. Ты меня прости, человек. Я не специально. Ну, я за еду платить не хочу. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что. Иди в пенек, я потом к тебе. Или, может быть, сейчас к нему подойти. Ой, давайте сейчас к нему подойдем. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что. Так, я осведомитель, торгую информацией в зоне. Продаю важные сведения, покупаю чертежи, документы и записи из лабораторий. Моя информация ценная и хорошо послужит тому, кто ей обладает. Ну-ка, давай посмотрим. В данный момент я готов продать информацию о группе стрелка за совершенно символическую сумму в 4 штуки. Что? У меня сколько денег? 25. 25 тысяч? Я не знаю. Я не знаю, ребят. Слушайте, вы мне, пожалуйста, это в комментах-то напишите. У осведомителя можно покупать инфу? То есть он не то самое. Не сдерет с меня 4 косаря, а я в итоге не получу ничего полезного. Или где? Я просто, если честно, не знаю. Не горю желанием пока что покупать у него инфу, а то... Действительно, мало ли что. Получу в итоге какую-нибудь хрень или пустышку. Вот. А 4 штуки на пороге не валяются. Я только 5000 заработала. Причем очень тяжелым трудом, должна сказать. Так, и, наверное, на этом все. Я, если честно, не хочу сейчас вот прямо сейчас идти в тайник стрелка, искать тайник стрелка. Я знаю, что он там на Агропроме, вы мне говорили, что он где-то там, но мне просто надо ваши комментарии еще раз перечитать, чтобы уже точно знать, куда мне переть. Вот. Так что на этом пока что мы серию закончим. Вот. Оставляйте свои советы обязательно. Я без них, честное слово, не могу. А с ними и намного интереснее игру проходить, знаете ли. Вот, увидимся с вами в следующих сериях. С вами была Катя. Ну-ка, тихо. Ну-ка, подождите. Подождите, там что-то очень нифиговое упало, наверное. Давай, спускайся, рыбонька. Тут просто так коробка не валяется. В сталкере вообще никогда не бывает такого, чтобы коробка валялась просто так. Особенно в таком очень интересном месте. Господи, а где она упала-то? Вот она. А! Сядь. Нет, это не она. Или она? Она. А что, из нее ничего не выпало, что ли? Да не может быть такого. Где это? А, вон. Гадская музыка такая отвратительная, фу. А в ней ничего нету, что ли? Ничего не было? Зачем я ее роняла тогда, если в ней ничего нет? Что за идиотская коробка непонятная? Ладно. Все, в общем, увидимся с вами в следующей серии. Всем спасибошки за просмотр. Всем пока.